Друзья, любите бюджетные автомобили? Вот, пожалуйста, есть Volkswagen Tiguan в комплектации Respect. Одна из начальных комплектаций. Сколько стоит данная машина, я расскажу в конце видео, а сейчас рассмотрим автомобиль. Передняя оптика светодиодная. Колесные диски у нас здесь на 17 дюймов. Шины Yokohama. Вид сбоку. Задние фонари светодиодные. Пятая дверь без электропривода. В багажном отделении у нас есть розеточка на 12 вольт. Под фальшполом запасное колесо и комплект инструментов. Все как обычно. По бокам фальшпола органайзеры. Также в багажном отделении есть подсветка. Вот так вот выглядит дверная карта второго ряда. Обстановка на втором ряду. Обивка сидений ткань. Подлокотника у нас здесь нет. В задней части переднего подлокотника расположился пульт управления климатической системой. Климат здесь трехзонный. Управление сенсорное. Type-C разъем. Розеточка на 12 вольт. Вот так вот выглядит карта двери со стороны водителя. Блок управления электростеклоподъемниками, боковыми зеркалами. Кресло переднего ряда с механическими регулировками. Есть встроенный обогрев. Также греется мультируль, лоб, боковые зеркала. Щиток приборов комбинированный, центральная часть встроен ЖК-монитор. Мультимедийная система с навигацией. Здесь расположились пара Type-C разъемчиков, розетка на 12 вольт, подставка для телефона, коробка механическая, шестиступенчатая, работает в паре с бензиновым турбированным двигателем объемом 1,4 литра, мощностью 125 лошадиных сил, тип привода передний. Электронный ручник, система автохолд, подстаканнички, верхняя часть подлокотника регулируемая, вот так вот выглядит ниша. Крышка перчаточного ящика с лифтом. Ниша перчаточного ящика охлаждаемая. Стоимость автомобиля 3 200 000 рублей. Ну как вам, друзья, такой компактный кроссовер? Пишите в комментариях. До новых встреч!